Готово почти на треть. Строительство долгожданной школы на 1100 учеников в микрорайоне Восточный продолжается. На стройке трудится 60 человек и 8 единиц техники. На данном этапе мы можем наблюдать строительство объекта по первому этапу, который в себя включает монолитные работы, инженерные сети, вынос инженерных сетей газоснабжения, электроснабжения и электрики. 4 этажа, больше 60 кабинетов, медпункт, пищеблок, большая столовая, современный спортзал и уютный актовый. Для отличной учебы условия создадут подходящие. Пришла информация о технической перестановке госпрограммы с 24-25 года. Я комментировал нашим жителям в чатах. Но точно сроки стройки у нас не сдвигаются. Успеть в срок и не потерять в качестве – такую задачу поставил глава округа перед подрядчиком. По плану 1 сентября следующего года в Восточном отметят сразу два праздника – День знаний и открытие новой школы. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».